Этот кадр снят 12 марта 1976 года в Ивановской интернациональной школе-интернате. Здесь киногруппа студии имени Горького проводила актерские пробы. Пока никто из детей, поющих песни о земледельцах, не знает, кто из них будет утвержден на роли в фильме, который вы сейчас увидите. В эту школу в течение 45 лет приезжают учиться дети из разных стран мира. Здесь живут и ребята из Латинской Америки. У некоторых из них в борьбе за свободу и независимость своей родины погибли все близкие. У других они до сих пор находятся в тюрьмах, в подполье, в миграции. Многие из ребят, рискуя жизнью, сами принимали участие в революционной войне. Знакомство с судьбами этих ребят послужило началом работы над фильмом, в котором мы расскажем лишь о нескольких страницах жизни одного из латиноамериканских мальчишек. Александра Ивановна, не канон, а каньон надо говорить. Каньон. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Cañón de mi fusil. Да, все сначала. Levántate y mira la montaña. ¿De dónde viene el viento, el sol, el agua? Tú que manejas el curso de los días. Матери сегодня день ангела. Что, молодцы? Не мешай. Para ti, мамита. Для тебя, мамочка.